Привет, ребятки! Вы на канале Московский тракторист. И сегодня у нас интересный ролик. Я еду делать фотосессию, или вернее, еду на съемки парикмахерского салона. Мой старый друг, парикмахер Сафар, он открыл парикмахерскую свою и попросил меня его поснимать. Ну, я думаю, заодно сниму и ролик, как это все будет проходить. Фотоаппарат я взял с собой, объективы подходящие с того, что у меня есть. Ну и будем мы снимать. Парикмахерская находится в Истре. Это улица Ленина. Бывшее здание почты на втором этаже. Ну, там, по-моему, сафари парикмахерская так называется. Но сейчас мы подъедем, я буду снимать, и уже точно мы узнаем все подробности. Здание почты, и сзади вот ступеньки, вот вход, где написано почта. Вот мы туда входим. Поднимаемся на второй этаж и поворачиваем направо. Так. Вот сюда открываем, и вот у нас здесь сафари парикмахерская. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пришел я тебя пофотографировать. Готов? Да. Ну все, приступаем. Ну вот, хочу рекламу сделать, чтобы люди знали, где работаем. Вот это моя техника. Nikon D700. Объектив Fix 24, 2,8 светосила. Ну, еще вот такой макро Tamron 28-75. И вспышка SB900. Вот с этим набором я сегодня попробую отснять. Thank you.
это я Сафар. Нахожусь в Истресин район. Парикмахер Сафари. На почта. Ленина 75. Мужской салон. Любая прическа, модельный, все. 300 рублей. Вот, ребятки, смотрите, видите? У меня сейчас вот такая прическа. Это делал мне Сафар. Я стригусь у него уже 3 года, может даже больше. И я полностью доволен. Все четко, все красиво, недорого. Поэтому я вам рекомендую Сафари парикмахерскую. Мастер очень хороший. Так что заходите. Кто живет в Истре или проезжает, нужно постриться, пожалуйста. Это здание почты, второй этаж. Сафари парикмахерская. Тут найдете. И все. 300 рублей. И вы в течение 10 минут как новенький. Как раз пришли клиенты постриться. Сейчас заснимем, как это все происходит. Ну что, ребятки, я вам показал парикмахерскую, где меня подстригают. И, в общем, видите, это за моей спиной здание почты. Так что, кому надо подстричься, живете в Истре, заходите. Вам будут там рады. Ну, а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем пока!